Вот скажи, зятек, ты меня вообще ценишь? Да вам, мама, цены нет. А? Кто трехкомнатную квартиру разменял, чтобы вам было где жить? Вы, мама, вы. Да без вас мы бы жили на помойке. Хорошо сказал. Конечно. Это же ваши слова. Да вам, мама, памятник при жизни поставить надо. При жизни? Не надо. Ты лучше о моей смерти подумай. Да я постоянно о ней думаю. А? В смысле, ценю, что вы с нами. Цените, говоришь? Не знаю. Вот Лидии Захарны, зять из 13-й квартиры, договорился, чтобы Захарну на Ваганьковском похоронили. Так что теперь Захарна ляжет, как хотела. Слева криминальный авторитет, а справа народный артист. Так что, зятек, подключай все свои связи, крутись как хочешь, но чтоб меня похоронили в Кремлевской стене. Ну, Гортензия Сергеевна, тещенька, я обо всем договорился. Короче, крутитесь как хотите, а завтра в 12 похороны.